What? Whoa, I wasn't expecting that. Всем привет! Сегодня мы посмотрим реакцию от Дженнифер из США на выступление Димаша с песней «Дударай» в китайской программе «Красота и гармония». Тогда певец исполнил джазовую версию известной казахской песни. Позже Димаш рассказал: «Специально для канала CCTV1 я исполнил нашу народную песню по-новому. Представляю вашему вниманию «Дударай» в оригинальном традиционном стиле и стиле джаз-фанк». Конец цитаты. Автор песни, напомним, Мария Егоровна Рыкина. Казахское имя Мариям Жакор Кызы. Песня настолько популярна, что ее слушают во всем мире. Итак, посмотрим реакцию на песню «Дударай» от Дженнифер Кларк из США. Hey everybody, welcome to the lounge. I'm Jennifer. Всем привет, добро пожаловать в гостиную. Меня зовут Дженнифер, и я ваша ведущая. Добро пожаловать обратно с новым Димашем. У нас есть еще один Димаш. Она должна была быть такой же, как и та, на которую я отреагировала. Но они сказали, что эта штука чем-то отличается. Я не знаю. Все, что я знаю, это то, что это Димаш. Так как же мне сказать «нет»? Прямо сейчас мы находимся в середине моего прямого эфира, и это была просьба, так что я здесь ради этого. Очень быстро, если ты не являешься участником, стань им. Стань участником программы поддержки и получи бесплатный приоритетный запрос. Подпишись на канал. Обязательно включи колокольчик, чтобы получать уведомления. Я веду прямой эфир еженедельно по средам в 7 вечера. Мы просто меняем его с понедельника в 6 на среду в 7. Надеюсь, ты сможешь присоединиться к нам, прийти и попросить песню. И я отреагирую на нее в реальной жизни. В реальной жизни. В режиме реального времени, пока ты тусуешься и общаешься со всеми обитателями лаунжа. Нам очень весело. Так что я надеюсь, что ты все равно присоединишься к нам. Это грязное бла-бла-бла. Это все, что я знаю. Но это Димаш, так что поехали. Да, дарай. Сколько бы я ни смотрела его видео, я редко видела, чтобы он играл на каком-либо инструменте, по крайней мере, не очень долго. Неважно, что он говорит, это прекрасно. Что? Ух ты! Я этого не ожидала. Круто! Шыркын ай дударар и дуу
ладно, я не собираюсь возвращаться. Я обещаю. Это совершенно другое дело. Это совершенно не похоже на большинство вещей, которые он делает. И мне нравится, как он это изменил. Я не знаю, почему я удивлена. Ура! Ура, Димаш! Ты либо любишь его, либо нет, но я люблю его. Я делаю это 7 дней назад, рисуя каракули, я никогда не скажу, что просто не могу говорить на другом языке, как бы сильно я ни старалась. Спасибо вам всем за то, что вы здесь. Я ценю это. Пожалуйста, обязательно поднимите большой палец вверх. Оставьте мне комментарий. Мне кажется, кто-то сказал, что это была народная песня, казахская народная песня. Очевидно, что это песня, рассказывающая истории, и он так хорош в этом. Он просто такой есть. Я готова к еще одному официальному музыкальному видео с его участием. Я готова к еще одному фильму или нуждаюсь в нем. Просто вернитесь и начните смотреть некоторые из тех, что я уже сделала. В любом случае, оставьте мне несколько комментариев, предложений, ссылок в комментариях ниже, и я отреагирую на это. Я люблю вас, ребята. Мне пора идти. Желаю тебе чудесного дня. Спокойной ночи. Чао. Спасибо, Дженнифер, за интересную реакцию в прямом эфире. Друзья, вы сможете ее поблагодарить по ссылке в описании к видео. И, конечно, поддержать певца на его канале. С вами был Петр Грик. Спасибо за ваши теплые комментарии. Всем счастья и здоровья.